Всех приветствую, продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами. Норны. Норны в скандинавской мифологии – богини судьбы. Первой Норной была мудрая старая Урт – судьба, читающая свиток прошлого. Вторую звали Вердандди – становление. Она символизировала настоящее. Третья – Скульд – долг, хранила свиток будущего. Норны жили у источника Урт, у корней мирового древа Игдрасиль, которые они ежедневно опрыскивали влагой из источника. Существовало поверье, что норны лишь определяли судьбу богов, великанов, карликов и людей, но не могли ею распоряжаться, хотя случалось, предвещали несчастье. Например, Урт поведала верховному богу Одину, что ему суждено погибнуть в пасти ужасного волка Фенрира в день битвы Рагнарёк. Совершенно четко прослеживается параллель между норнами, греческими мойрами и римскими парками. Вероятно, первоначально норны тоже были пряхами. Однако, если греки и римляне верили, что богини придут нити судьбы определенной длины для каждого смертного, то в германо-скандинавской мифологии такое представление о судьбе отсутствует. Ну вот так о норнах из скандинавских саг. Пока-пока, до свидания.